Всем привет! Последние годы пневматические винтовки стали набирать огромную популярность, и сегодня мы рассмотрим некоторые из них, которые применяются для охоты. Открывает наш обзор одна из самых популярных пневматических винтовок на российском рынке – Эдган Матадор. Итак, представленная винтовка RM3 имеет компоновку Bullpup, что значительно сокращает ее размеры. Она предоставляется в трех видах. Это укороченная версия мини, стандарт-версия и длинная версия Long. Также данная винтовка имеет три калибра – 4,5 мм, 5,5 и 6,35. На данном видео установлен обрезок ДСП толщиной 1,5 см и колесо от легкового автомобиля. Стрельба происходит с расстояния в 50 метров. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь выстрелов и все сквозные. Сейчас посмотрим, что у нас сзади с нашей фанерой произошло. Вот как это выглядит сзади. Я стрелял в резиновый скат. Давайте же посмотрим, что случилось с ним. Переворачиваем скатик. И смотрим, что у нас тут получилось. Так, 4. Значит, раз, два, три пулечки. Вот она у нас, пулечка, застряла. Застряла пулька в скате. Сейчас мы ее вытащим и посмотрим, что же с ней стало. Итак, как мы видим, данная винтовка с легкостью пробивает колесо от легкового автомобиля, не говоря уже об обрезке ДСП. А на данном видео стрельба ведется по свиной голове на расстоянии... Пробуем в лоб на 100 метров. Матадорчик. Реально неудобное положение. Интересно просто, что будет. Многие говорят, что пневматика, кабан, там, все вообще интересно. Итак, что мы видим? Данная пневматическая винтовка с легкостью справляется с головой взрослого поросенка. И хочу напомнить, что стрельба велась в лобную кость с дистанции 100 метров. Ну а следующая винтовка в нашем обзоре от не менее известного производителя Хорхе Егерь. Данная винтовка также производится в России и имеет две компоновки – Bullpup и карабин. И так же, как предыдущая, производится в трех калибрах – от 4,5 мм до 6,35. А название «Егерь», что в переводе означает «охотник», говорит само за себя. А также данная винтовка производится с бесщелковыми стволами, что позволяет ей с легкостью стрелять полнотелыми пулями. 201. Ничего, вот мишень. Если там... Поправочку сделаю на винтовке, 4 клика и все, буду отстреливать. Ну вот, все, пойдем на позицию.
Ну вот что получилось. Как мы видим, данная винтовка обладает неплохой кучностью и с легкостью справляется с расстоянием в 200 метров. И я вам скажу, что это далеко не предел для данной винтовки. И до 150 метров она с легкостью справляется с такими целями, как косуля или подсвинок. И завершает наш сегодняшний обзор, на мой взгляд, самая распространенная и самая популярная среди пневматических винтовок ИШ-60 ПЦП. Данная винтовка не является заводским изделием и строится на базе советской всем известной пневматической винтовки ИШ-60. На данный момент на рынке предоставлено просто огромное количество всевозможных китов для постройки данной винтовки. А также на вторичном рынке можно приобрести данную винтовку как в ложе Bullpup, так же и в ложе Карабин. Данная винтовка собирается в калибрах 4,5, 5,5, 6,35, 7,62 и 9 мм. Калибр 7,62 действует. Вот это входное. Вот это выходное. Это воздушка. За это любители пневматики и ценят данную винтовку, так как у данной винтовки нет каких-либо ограничений как по калибрам, так и по мощности. И ТТХ данной винтовки строится и настраивается лишь по желанию владельца. Данная винтовка неприхотлива и очень проста в эксплуатации. А стоимость ее сборки и цена на вторичном рынке в разы ниже заводских изделий. Поэтому данная винтовка пользуется просто огромной популярностью в мире пневматики. Ну а на этом мы заканчиваем. Пишите в комментариях, какими пневматическими винтовками пользуетесь вы. Ставьте пальцы вверх, кому понравилось данное видео. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самое интересное в мире настоящих мужчин. Всем пока!